Ребят, всем привет! У нас в городе какой-то супер тайфун. Как бы особого дождя не было, но дует просто нереально ураганный ветер. Сейчас едем на авторынок «Зеленый угол». Кстати, время уже 17:52, практически подъехали. Говорят, там творится какой-то хаос. Повалило крыши, контейнера повалило. В общем, поехали посмотрим, что там происходит. Так, ну как бы для начала. Потом, может, мы выйдем, посмотрим. Машины вроде не задело. Ребят, вот эта вот стоянка была забита автомобилями. Смотрите, снесло крышу. Видимо, машины все поубирали. Вон форик стоит. Стекла разбиты. Вот, сейчас попытаемся выйти. Прикиньте, контейнер вообще просто, блин, снесло его сверху. Вот он, контейнер этот. Та, ребят, офис был. Жесть просто происходит. Ну, естественно, все автомобили со стоянки убрали. Вот осталось раз, два, три, четыре. Четыре автомобиля стоять. Вот такое ветруганище у нас. Он как бы продолжает дуть дальше. Следующая стоянка тоже, смотрите, опустела. То есть поубирали автомобили, вот подгоняли их от греха подальше. Потому что вот тоже у нас здание. Следующая закусочная. Короче, зеленка опустела. Короче, ездим, не знаем, куда машины поставить. Вон там вообще целая крыша валяется. А ветер, он, ну реально выходит. Машину едешь, аж качает автомобиль. Железные заборы повалило. Ну, чтобы вы примерно понимали, да, какой тут ветер, как тут дует. Просто сдувает с ног. Да, поближе подошли уже. Вот здесь стояли машины, их уже убрали. Всю стоянку освободили. Туда дальше тоже унесло, вон туда дальше, покажи. Вот там. Пойдем посмотрим, крыши. Там форика какого-то. Ну, крышу я тут показывал уже. Да, форик. Походом. Досталось ему неплохо. Охренеть, смотрите, у него и крыша задета. Ну, полностью не крыша, капот, стекла, вообще все. Если забор вот такой вывалить, то не будет. Ну и смотрите, вот офис уже этот показывали, стоял офис вот здесь наверху, повалило офис вместе с забором, он, ну, короче, капец, блин. Жесть полная. Вот эта стоянка тоже забита вся была автомобилями. Вот, а мы сейчас вниз спустимся, вон там у нас колеса продаются. Я тоже смотрю, крыши поломаны. Ну, все машины, видите, отсюда. Посмотрите, какой вообще, что творится на улице. Прям ураган. Машины свои поставили, ну, реально, аж палево за машину. Но, ребят, для вас... Невозможно говорить. Разгоняли все машины вот сюда. На нижнюю стоянку. Ну, естественно, она закрыта. Зайти у нас туда не получится. Видно, не видно тоже. Вот по-любому вот, вон, крыша зеленая однозначно сорвет. Ну, и с колес тоже посрывало, то есть иначе ни за что не держится. Вон там тоже красное здание кирпичное. Посрывало все. Вон наверху, где мопеды стоят, здание сэндвич-панели, тоже все сорвало. А вообще, зеленый угол, рынок зеленый угол, располагается в таком месте. Здесь как аэродинамическая труба. Тут и зимой, и летом. Летом здесь туманы, ничего не видно. А зимой просто ходить ветром, просто сбивает с ног. Поэтому вот такие вот, ну такой катаклизм, это первый, в принципе, вот, чтобы вот так сильно. И машины пострадали, и здания, вот это вообще отлично. Ну да. Ну немного ракурс поближе. Здрасте, вас не придавило там? Ну, отлично. Ну, наезд тоже поехал.
машина. Ей повезло, ничего не придавило. Вот тоже, смотрите, вход на стоянку, и шлагбаум снесло, и забор, и крышу, блин, с какого-то здания принесло. Жесть полнейшая, конечно, жесть. Здесь вот тоже центральная стоянка крышу начинает сносить, отрывать. Как бы не оторвало, если ветер не успокоится. Тоже, видите, машины все поубирали отсюда. Не все, большинство автомобилей.